Зиядин Джамалдинов, Данияр Джаныкулов и Турсунбек Ногоев освобождены от занимаемых должностей. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Кабинета министров на совещании в Южной столице. Уважаемые руководители, спасибо за ваш труд на этой работе. Не будем обсуждать это решение. Это указ президента. Я проработал на этой должности 2 года. Мы приложили все усилия для развития Ошской области. Я работал не один, а в команде. Я благодарен за работу с такими людьми, как вы. Желаю новому руководителю успехов. Последнее видео, циркулирующее в интернете, вызвало дискуссию. По поручению президента была образована соответствующая комиссия по проверке деятельности руководства Ошской области, по результатам которой в их деятельности выявлены факты нарушения. Эти камеры я установил сам для нашей же безопасности. Все знают, как это сделать. Это ответственность человека. Люди сами знают, что произошло. В данное время соответствующие органы проводят проверку по фактам распространения видеороликов в сети интернет. Очередным указом президента сегодняшнего дня Ошскую область возглавит Эльчибек Джантаев. Для меня это было неожиданно. На самом деле я прилетел в Ош по другому случаю. Ошская область – крупнейший стратегический район. В первую очередь определим потенциал региона и создадим программу. Это будет хорошая работа. Ведь развитие – это командный труд. 50-летний Эльчибек Джантаев до назначения на новую должность работал директором агентства по делам государственной службы и местного самоуправления. До этого он также занимал должности представителя правительства Высокульской области и главы администрации Тюбского района. Юлия Ценко, Алена Смирнова, Зайнат Ибраимова, Нурболот Таланбекулу, ЛТР Ош.